Я как бы не хотел тут тоже показывать, и так все показано. Возле памятника здесь в основном наши собираются, те, кто в голубых беретах. Сейчас площадка. Подняли асфальт и будут, похоже, ложить плитку. Сейчас глянем с этой стороны. Да, здесь ничего нет. Это совсем недавно было. Я давненько тут не ходил. Сейчас я поверну с этой стороны. Вот. И вот в таком состоянии сейчас сквер возле ДК имени Павла Ткаченко. На сегодня 10 августа 2021 год. Спасибо, до свидания.